Привет, ребят. Сегодня вечером мы едем на презентацию клипа Светланы Тарабаровой, которая недавно родила ребенка. Крутое, очень крутое событие. Также я хочу узнать, как вы относитесь, если у вас детки. Пишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Привет, ребят! Хочу сразу предупредить, что во время просмотра этого видео будут определенные перебивки, вставки, рассуждения. Они нужны и мне, и вам для того, чтобы стать ближе друг к другу и быть честнее, открытие, откровение. Будем считать, что это такой новый формат, который поможет вам стать ко мне ближе. И родней, и родней, и родней. Надо смотреть, она будет как дышать, а не на себя. Просто я хочу показать вам, кто я есть. Я не любовь, я не вода, я не зоря, что не зноса. Я не вогонь, я не ріка, я віде, що тебе трима. Світла сторона музики. Тому що негативу і агресії в світі вистачає. Почуй мене, я відчуваю, ти особливий. Нас багато і все тільки починається. Доброму-доброму серцю, доброму-доброму щастя. Здається, це просто слово. Начала писать эти песни. А во сколько вы начали писать песни, которые вот явно были про добро? Про позитив? Свою первую песню я написала в 9 лет. 9 лет, она называлась «Мой рок-н-ролл». И в ней пелось о том, что если у тебя есть крылья, пожалуйста, танцуй, пой. И даже, там, по-моему, сладкие. Пусть летишь, поешь ты как звезда, помни, искра глаз твоих нужна. Помни, повторяй слова. Ну, там трали-вали, наливали. Ну, здорово. Да, в общем, это было во мне. Музыкальная школа, театральные. И сейчас вот сколько людей в вашей команде, которые вас поддерживают? Это небольшая команда. На одной руке, на двух руках? 10 пальцев достаточно. Достаточно, но это невероятно верные люди. Это семья. Муж, например, с вами работает, это, конечно, понимаю. Муж это моя первая опора, это и музыкальный, нет, музыкальный продюсер я, он просто продюсер. То есть как бы мы в тандеме, у нас семейный тандем. Это здорово. И сестра ставит мне танцевальные постановки все для моего балета на концерт, она мне хореограф. То есть у нас все в семье. Все в семье. Все продумано вообще, молодцы. Спасибо большое. Какая далась легче всего и какая сложнее всего создать? Ну, может быть, вы помните, может, действительно, какая это было как во сне, потому что у меня был огромный живот. Я работала по 8 часов в студии. Это было очень тяжело, но это было так круто. Это было круто эмоционально, и я позволила себе саунд, тот, который бы не позволила никогда.
Да, хочу сразу сказать, что вам может показаться, что мой голос немного грустный, но это отчасти да, потому что я стараюсь говорить тихо, потому что вот за этой дверью ребята работают, и у меня немного болит горло. Я могу подарить блокнот тому, кто напишет самый классный комментарий. Вот такой. Тебе удалось совместить несколько различных историй более чем 10-минутное видео. Это прекрасно. Так держать. Подписалась? Ставлю колокольчик. Спасибо тебе, Машуля, за такой крутой комментарий. В ближайшее время блокнотик будет уже у тебя. I love you! Тебе понравилось? А подпишись на канал. Не ленись, браза, а подпишись на канал. Тебе понравилось, а подпишись на канал. Не ленись, браза, а подпишись на канал.